Ушастый. Ушастый. Сладкий. Ушастый жив. Злодей какой, а? Ушастый. Ушастый сеет. Сеет кедровые леса. А ягод не хочу сеять какими-то левыми орешками. Ушастик. Молодец какой, а? Какой ты худенький, маленький, худенький. Шишку чует. Я, говорит, чую шишку. Меня, говорит, не обманешь. Ушастый. Что-то, говорит, не то это все. Все не то, говорит. Дай, ушастый, ролик сделать. Я дам я тебе шишку. Чуть-чуть побегай здесь. Люди хотят посмотреть. Ушастик, ушастик выжил. Молодец какой. Ушастый. Ушастый, ну-ка иди сюда. Морковку поешь. Поешь морковку. Молодец какой, а. А я, говорит, морковку поем сейчас. А после морковки шишка полагается. Последний раз я видел его совсем не в той стороне, где фазанники находятся. Надеялся, что он сейчас откочевал туда и там живет. И к фазанникам не ходит, к этим. Ему там, по идее, говорю, делать нечего у этих фазанников. Тут орехов его и кормят, и его чего угодно ему дают. Да, ушастый? Зачем? Зачем, говорит, Арти? А я, говорит, ушастый, дай я тебя поглажу. Злодей какой, а? Ушастый. Ушастый, подожди. Ушастый. Есть у меня шишка для тебя. Конечно же. Только не кусай меня, ушастый. Сейчас, говорит, укушу тебя. Смотри, какая штука. Какая штука, а? Ушастый злодей. Вот это белый налет на шишке, это смола сосновая. Ушастик. Ну, в принципе, все белки основные живы. Ушастик. Рыжего я сейчас видел. Копию видел только что. Балерину вчера видел. Не думаю, что она, балерина, вообще далеко живет. Не думаю, она что она ходит к фазаннику за орехами. Все, убежал. В принципе, все живы. Ну, не все, конечно. Тут какая-то белка, я говорю, вчера нашел, очень похожая на ушастика. Она явно сюда ходила. Тоже одна из моих какая-то. А так, в принципе, все живы. Ушастик жив, копия, рыжий, только что прибегал. Не дали мне его покормить, перехватили. А так, в принципе, нормально все. Легко отделались.